достичь молитвы многих в десятке? Является ли необходимым условием, прежде чем постигаем молитву всего мирового кли? Мы сейчас не говорим о молитве в мировом кли. Мы хотим достичь единого сердца в десятке, то есть общего желания и к общей цели, чтобы нам было понятно, что мы в этом должны находиться в десятке. К этому мы должны прийти и об этом молиться. Если у нас это есть, называется, что есть у нас десятка, по крайней мере, какая-то. И это ощущение, что мы соединены в такое единое желание по отношению к единому Творцу, это говорит нам о том, что десятка готова к духовной работе. И отсюда и далее мы уже начнем духовную работу. То есть просить из десятки по отношению к Творцу, и то, что мы попросим, получим от Творца внутрь десятки. Прежде всего, это между Творцом и десяткой, десяткой и Творцом. Все. Между десятками, между всем остальным — это потом, это потом. Не пробуйте даже этого делать. У вас произойдет путаница, вы не завершаете первое основное ваше кли, десятку, и вы уже хотите продолжать. Это будет очень большая неисправленность у вас, и это остановит вас на многое время, даже вы будете уходить с пути этого. То, что вы сами сегодня не хотите работать над объединением в десятке, говорит вам, что вы не способны, вы не можете, что вы должны молиться к Творцу, что прежде всего собрать десятку. Если вы хотите уже продолжать дальше, это признак того, что нет у вас желания к объединению, вы просто хотите компенсировать свою лень какой-то работы более возвышенной, больше, более широкой. А я говорю вам, что каждый раз, на каждой ступени вы должны вернуться к десятке и прежде всего установить ней правильное объединение и получить в ней эту устойчивость, новое формирование на каждой ступени из нового формирования на каждой ступени, которое вы достигаете в десятке, затем соединиться. Затем будем изучать, как соединяться с другими десятками и с человечеством. Но пока что это каждый раз требовать объединения десятки как одного целого. И только не идти ни во что. Объединение с десятками вы можете делать семинары, но это это только впечатляться от того, что есть у них и у нас, не более того. Как не запутаться со всеми этими подготовками перед Конгрессом, потому что все равно нам нужно достичь объединения в десятке. Да, вам нужно перед Конгрессом достичь силы объединения в десятке, прежде всего. И не более того пока что.